Трудности были и немалые, признаются рабочие, монтировавшие фонари на площади Кирова. Работали, не покладая рук, 3 недели, и не всегда на помощь приходила техника. Бывало и на руках, потому что, допустим, по плитке уже не подъехать. Светильник-то немного весит, а вот опора весит, ну, больше 100 килограмм точно. Вот, то есть вместе все это довольно-таки тяжелая конструкция. Фонари на площади Кирова, чугунного литья, производство Санкт-Петербург. Дизайн столбов и светильников подбирали под архитектуру Дворца культуры имени Литвинова. Лампы натриевые с повышенной светоотдачей. На все работы муниципальное предприятие «Самарагорсвет» потратило около 3 миллионов рублей. В настоящее время установлено здесь на сегодняшний день 66 опор и 104 светоточки. Освещение в данный момент уже в работе. Осталось, значит, установить освещение только на том месте, где сейчас проходят работы по разборке кафе. На каждую светоточку МП «Самарагорсвет» дает гарантию 5 лет. Хотя специалисты утверждают, такие фонари при нормальном уходе простоят лет 120. Алексей Захаров, Валерий Шаронин, ГИС «События».